Вроде бы хочется, ну не хочется, надо, как бы, надо отдохнуть, полежать, немножко поспать перед экскурсией. Может быть, и усну, но пока вот что-то никак не спится. Погода не радует. Мы спросили там на ресепшн. Портье сказал, что холодина у них уже несколько дней, дожди. Ну, в общем, сегодня обещают 23 градуса, ну посмотрим. Их холодина, конечно, не сравнится с нашей холодиной, так что будем надеяться, что с погодой повезет. Чем встречаются, спрашивают, ну какой диагноз, что врач сказал. Мару постеснялась, ну женщины, они пожилые, как бы, в среднем возрасте. Мару покраснела и сказала, Михо, мне неудобно, но врач мне выписал мужчину, нехватка мужчины. Михо сказал, у меня тот же самый диагноз, и по дороге вышли они пустые. После нескольких минут оттуда выкрикивает, то есть кричит Мару, Михо, если кто-то нас застучит, они поверят, что мы лечимся и ничем другим не занимаемся. То же самое, мы вот лечимся сейчас. Опять у нас идет раздача алкоголя. Мои дорогие, наверное, уже привыкли к моему голосу, пока не выпила. Идет раздача алкоголя опять. Слова тоже иногда вот путаю, но я просто... Все время наливают, все время наливают. И оттуда идет у меня это заплетание немножко языком. И еще, мы лечимся. Сейчас мы поедем в горы, надо регулировать давление. Не извините, если что, так. Если не раздаюсь. Ананурская крепость. На Вишенвальском водохранилище. Ну, это название такие. Вы чекин можете включить, если интернет есть, и выпадает там. Прямо вот не находишься. Я помню, во время Саакашвили была программа «Везде туристы», потому что везде достопримечательность был бесплатный, без пароля Wi-Fi, и подключались, и везде чекин Джорджия. Ну, то есть чекин делали, где находились по местам, сразу же там же выпадало. А потом нажимаешь, и информация выпадает. Не очень удобно это. Ананурская крепость. Анану. Анна тоже имя, что и так далее. Нет, ну, то есть, вот, если покопаться, я эти истории вам еще расскажу. И завтра, и сегодня. Закрываю обзор. Я хочу спросить сегодня. На каждом шаге. Спасибо. Ну, это коротко, конечно же, я вам рассказала. Коньяк? Да, это коньяк. Чтобы не очень не молчать. Спасибо. Я выбираю, чтобы информация была. Ну, давай. Вы только две больше не попробуйте. Продолжим. Это все, нет, да. Ой, пахнет вкусно. Обалденный запах. Да, очень вкусно пахнет. Да, похоже на ваниль. Отсюда недалеко есть деревня Жигали. Потому что это самое, в нижней части. Джос! Джос! Всегда в настроении, он всегда в утро, как будто похмелье, но не пьет ни грамма никогда. Я же знаю его уже столько лет. Вот так, мои дорогие. Да, в городе Сигнаги, в городе любви, романтики. И 13 еще было, вы спросили, которые не осуществили. Восстановили город, и современный город находится за пределы крепостных стен, вот где мы находимся. А внутри крепостных стен сегодня этнографический парк, ну, в историческом городе. Во время Саакашвили открыли здесь круглосуточный ЗАГС, вот это белое. И назвали город городом любви. Значит, сюда могут иностранцы приехать, расписаться. И вот все есть для романтики и гостиницы, конечно же, и вино, и церковь, где могут обвенчаться тоже одновременно. А во время Саакашвили пошла шумная реклама, город любви, в Грузии открыли. И вот смеяться сегодня тоже весь мир. Мои дорогие, во время Саакашвили здесь устраивали очень много таких выставок и приносили оригиналы, такие как Сальвадора Дали, Пикассо, Рембрандт. Прямо эти улицы закрывались, то есть машинное движение запрещалось, прямо на улицах были выставка, и люди осматривали, в том числе и ночевали здесь,
и так далее. Сегодня бывают разные фестивали. Фестиваль вина, фестиваль сыра. Это значит, что сыры из-за всей Грузии приносят в это время. Концерты устраивают, там же и вино, конечно же. И вот вся Грузия приезжает в это время, и туристы тоже с удовольствием участвуют в таких. Сыр делают, масло. Вот, моя супруга тоже завтра уезжает на отдых. Она, да. Мы пришли на мастер-класс по хинкали. Нам надо работать. Потом мы поменяемся. Вот второй. По приезду. Хорошо. Есть. Потому что вы должны ухаживать за всеми этими прекрасными домами. Очень хорошо. Я вам еще научу, как хорошо. Не надо, я умею. Меня не надо. Правда? Учиться можно до старости, меня говорят. У меня азербайджанские корни, меня серьезно? Не надо. Серьезно? Да. У вас есть молодой человек? Проблем нет. Вот, молодой человек. Никто не хочет учиться, ну что это такое? Хорошо. Тогда учите, как хинкали готовить. Не, давайте. Значит, смотрите, у нас здесь есть тесто. Это высшего сорта мука. Там холодная вода с водой. Мы вымесим его хорошенько, чтобы оно стало такой упругим. Потому что, когда мы завернем этот хинкали, да? Что так смотрит? Когда мы завернем хинкали, там создается большое давление, и оно не должно лопнуться, когда оно варится. Да, должно быть такое упругое очень. Значит. Вода и тесто, да? Вода и тесто. И мука. Вода и мука. Да, и мука. И получается вода. Такое потом раскатываем, как обычно, да? Вы же делаете разные там. Соль добавляем в воде. Когда кипяченая вода, соленая вода, там 5-6 минут надо вариться. Если вы соль добавите здесь, оно не будет, то есть, ну, хрустеть ну, будет и невкусно да. будет, то есть, будет соленый. По вкусу добавить в воде только, и все. Тесто обязательно, когда мы закончим месить, его надо держать час-полтора в холодильнике, чтобы оно хорошенько подготовилось. Здесь у нас есть говядина и свинина. Чуть-чуть жиренькая свинина, чтобы был бульон. В хинкали самое главное это бульон, чтобы вкусный бульон, тогда и есть самый лучший хинкали. Кинза, соль, перец и лук. 70%... А лук резанный? Мясорубку, да. Обычно, как делается мясо, лук, кинза, все это в мясорубку, и потом хорошенько смешиваем, добавляем чуть-чуть в воду, чтобы вот такой получить фарш. Вот. По остроту вы сами, боже, по себе, как хотите. Значит, тесто обычно готовят один и тот же для разных хинкали. Вы можете сделать говядина со свининой, можете говядина с барашкой делать. С курдючником тоже, если вы любите такой вкус, да, можете с грибами сделать. Грибы как наполовину готовить его на сковороде, да, лук обжарить, как делается, эти грибы разные можете нарезать, обжарить тоже, приправить вкусненько и положить, завернуть. Можете картошечку завернуть, вы же делаете картошечку, да, очень вкусно тоже топленое масло потом и макать там. Тоже вот что. Сыр. Сулгуни сыр у нас любят и меретинские. Смешивают. Еще чуть-чуть с творогом смешивают. И оно очень тоже вкусное, тянется и так далее. Так, мы сейчас научим вас, как завернуть хинкали. И потом вы уже можете... значит, смотрите. Обязательно, конечно. Вы потом съедите это. Так. Значит, берем вот ложечку.
смотрите. Начинаем так, спереди просто, с двумя руками. В эту руку собираем весь этот. Вот так, этим пальчиком подаем и собираем, и жмем, чтобы они прилипли. И вот так собираем, собираем. Красиво, да, да, складочки. Вот так. Потом закрываем, вот так. Четырьмя пальчиками, вот так. Душим. Вот как мужа. Потом голову оторвать. Вот. Получилось хинкали, да? Так, следующий. Давайте. Давайте. Вот так. Потом можно еще обработать, да, да, да. Его собираем, потом можно его обработать обратно. Ну почему выбросить? Это же. Давайте. Когда мы завернем эти хинкали, да? Что такое? Когда мы завернем хинкали, там создается большое давление, и оно не должно лопнуться, когда оно варится. Да, должно быть такое упругое очень. Значит, вода и тесто, да? Вода и тесто. Вода и мука. И получается такое, потом раскатываем, как обычно, да? Вы же делаете разные там... Соль добавляем. Соль добавляем в воде. Когда кипяченая вода, соленая вода, там 5-6 минут надо вариться. Если вы соль добавите, оно не будет, то есть, ну, хрустит будет и невкусно будет, то есть будет соленым. По вкусу добавить в воде только, и все. Тесто обязательно, когда мы закончим месить, его надо держать час-полтора в холодильнике, чтобы оно хорошенько подготовилось. Здесь у нас есть говядина и свинина. Чуть-чуть жиренькая свинина, чтобы был бульон. В хинкали самое главное — это бульон, чтобы вкусный бульон. Тогда и есть самый лучший хинкали. Кинза, соль, перец и лук. 70%... Мясорубка. Мясорубку, да. Обычно, как делается, мясо, лук, кинза, все это в мясорубку. И потом хорошенько смешиваем. Добавляем чуть-чуть воды, чтобы вот такой получить фарш. Вот. Ну, а по остроту вы сами уже по себе, как хотите. Значит, тесто обычно готовят один и тот же для разных хинкали. Вы можете сделать говядина со свининой, можете говядина с барашкой делать, с курдючником тоже, если вы любите такой вкус, да? Можете с грибами сделать. Грибы как наполовину готовить его на сковороде, да? Лук обжарить, как делается, эти грибы разные можете нарезать, обжарить тоже, приправить вкусненько и положить, завернуть. Можете картошечку завернуть, вы же делаете картошечку, да? Можете здесь положить остальное хинкали. Вопрос, я начала делать. Чтобы легко сделать снаружи, сделать складочки лучше. Можно и внутри, если вы так, вам легче так, можете любой вариант, просто чтобы соль не вылезла. Хорошенько закрывать. Вот, чтобы воздуха там не осталось, тогда лучше. Вот смотрите, оно когда висит, вы уже сама понимаете, где его надо закрывать. Вот так. Держите просто этим пальчиком. Вот так. И получилось вот закрыть. Да. Потом, когда варится, там будет еще есть, это мешает. Тут еще будет пробовать, да, правда? Я хочу. Шорина, вы как это шерунда, как с айфоном или нет? Ну, она не хотела так вот рядом стоит. Нет, я думаю, что она все есть. Вот, торгуйся. Да, давайте. Живет в Новгороде. Да? Да. Ничего себе. У него оттуда. Бородёнка у него сын. Да. Молодец, такие красивые шашлычки делает. Красота. Ой, какой запах. Ой.
Просто этого не надо съесть. Это вид из нашего ресторана. Вид на Лозаннскую долину. Это просто юшка, но для вас, дорогие мои. Чтобы жить счастливыми, радостными. Вы украшаете жизнь мужчина. Так что для вас, дорогие мои. Thank you.
самый.